Существует много противоречивых мнений среди нутрициологов, диетологов, можно ли овсянку на завтрак. Кто-то запрещает этот продукт, кто-то разрешает. Но где же правда? Сейчас будем разбираться. Во-первых, овсянку нельзя только в одном единственном случае, если есть подтвержденная непереносимость глютена. Во всех других случаях овсянку можно, но есть один маленький нюанс. Выбирайте овсянку с долгой варкой. То есть, если вы купите кашу быстрого приготовления и запарите ее кипятком, такая овсянка, к сожалению, не имеет уже клетчатки. И будет резкий подъем сахара крови, и это сплошные углеводы. Если вы выбираете овсянку и варите ее 10-15 минут, добавляя в конце варки сливочное масло. Таким образом, там сохраняются полезные витамины и минералы, плюс полноценная клетчатка, которая нужна для нашего организма.